Вот серьезно, как бы здесь ужасный, оно вот дается как бы не в плане того, что Хэллоуин сам по себе, ну, ужасный такой страшный праздник, а действительно, как бы, мне кажется, разработчики здесь иронию такую допустили, потому что как бы приготовили в натуре ужасные, просто отвратительные вещи. Очки анимированная, кстати, краска анимированная, ну, как кусок говна выглядит, намного чаще, чем обычно. Это в сколько? Раз. Я извиняюсь. Перед началом ролика рекомендую вам подписаться на канал Кенрикс. Это канал, ребята, начинающего ютубера по танкам онлайн, поэтому оформляем подписочку, нажимаем на колокольчики, все и все. Вы условия как бы выполнили, а какие условия? Правильно, ребята, условия на конкурс на 5 контейнеров. И чтобы поучаствовать в этом конкурсе, вам нужно будет подписаться на этот канал, так же, как это сделал я, и в комментариях к данному ролику написать свой игровой никнейм. Все, итоги уже будут завтра, и кому-то в подарочке я вышлю как раз-таки тот самый заветный промокодик на 5 контейнеров. Всем, ребята, удачи! Ссылочка на этот канал в описании. Всем привет, ребят! Небольшое такое срочное включение именно для меня, и оно немножко печальное. Ставь лайк, если так же расстроен, как и я. И сейчас я вам расскажу, почему же вообще я расстроен, почему я вообще записываю данный ролик. Опубликовано 34 минуты назад, как бы Хэллоуин, танки онлайн, все круто, все найсово, но... Но, ребята, читаем все, что написано здесь. Ужасно веселый и страшный праздник Хэллоуин приходит в танки онлайн. Целых 10 дней с 5 числа, ой, с 5, с 5.00 по МСК 25 октября по 4 ноября вас ожидает насыщенная праздничная программа. Вот какие ужасные вещи мы для вас подготовили. Вот, серьезно, как бы здесь ужасный, оно вот... дается как бы не в плане того, что Хэллоуин сам по себе, ну, ужасный такой страшный праздник, а действительно, как бы, мне кажется, разработчики здесь иронию такую допустили, потому что как бы приготовили в натуре ужасные, просто отвратительные вещи. Ну и давайте, ребята, обо всем поподробнее. Кто, опять же, не заходит на форум, не чекает вообще всю инфу по поводу Хэллоуина, сейчас я вам все по полочкам расскажу. Куда ж без них? Скидки. Скидки абриганские. 30% в магазине, как бы, комплекты, золотые ящики, кристаллы, это все понятно. Скидки в гараже также, ребята, будут 30%. И кто там говорил про очень офигительные, обалденные скидки на МПК, они у нас тоже будут не обалденные. Скидки на МПК будут 30% на само запущение, запуск этого шага и 50% на моментальное ускорение. Вот, ну, естественно, куда же нам без праздничных спецпредложений. Вот, такая вот у нас красочка анимированная. Кстати, краска анимированная, ну, как кусок говна выглядит, в принципе, как обычно. Вот, второе тоже спецпредложение. Почему как кусок говна? Потому что как тывки, блин, не знаю, как-то все слилось воедино, и это смотрится просто как какая-то желтая краска с какими-то черными пятнышками. И чтобы разглядеть эти тыквы, блин, нужно прям натуре чуть не в упор становиться к танчику, но... краска такая, ну ладно, это не главное, ребята, это не главное. Окей, идем дальше. Двойные фонды. На протяжении всего праздника в матчмейкинге и битвах будут действовать двойные фонды. Каждый завершенный бой будет приносить нам вдвое больше кристаллов. Окей. И тут, ребята, начинается самый трындец полнейший, потому что на 3 дня мы введем в матчмейкинг режим соло джиггернаут на обновленной под это событие карте. Соло джиггернаут на обновленной под это событие карте. То есть, ну, как бы, вот этот весь праздник Хэллоуин, который у нас так любят, как бы, игроки, который славится тем, что можно поиграть вообще на любых аккаунтах, там, опять же, понагибать это все дело... тут разработчики нам решили ввести вот такую плюху, и как бы обычный карт ДМ у нас не будет. Нигде не будет этого странного джиггернаута. Хоть я и люблю на джиггернауте играть, но на Хэллоуин это
мягко говоря, самое отвратительное, что можно было придумать. Серьезно, это настолько вообще херовая, это настолько вообще неиграбельная тема. Это должно быть просто, ну как обычный как бы вот режим. Надеюсь, что будет еще и обычный как бы ДМ, где не будет этого Джаггернаута, где тоже у нас будет там давленая карта, и где можно будет поиграть без этого засранца, потому что постоянно, на постоянной основе там ловить голды, это нереально, это невозможно. Вот, и тут дальше еще наполняют. Более того, здесь золотые ящики будут выпадать, вернее, прилетать в виде хэллоуинских ракет. Да, еще и намного чаще, чем обычно. А какой икс-то выпадение голдов будет? Намного чаще, чем обычно. Это в сколько раз? Я извиняюсь. Это и там где-то комментарий есть такой прикольный, типа чаще, чем обычно, это x2. Вот, прям просто подписываюсь под этот комментарий. И здесь еще есть чувак, который написал, это самый ужасный Хэллоуин за всю историю этого. Согласен полностью с ним. Вот, ожидайте массу веселья, сумасшедших сражений. Это уникальное событие будет в игре только 3 дня. Время от рестарта до рестарта. То есть будет это все дело в субботу, потом в четверг и еще раз в субботу. Ну я, пацаны, хз. Я, если честно... Ну, сказать, что праздник обосран, это вообще ничего не сказать. Ну, как бы я хз, я не знаю. Я вообще не понимаю, что в последнее время делают у нас и курят разработчики. Но, черт побери, черт возьми, давайте идти с вами по пунктам. Вот у меня сейчас настроение максимально хреновое. На этот Хэллоуин заходить даже, ну вот вообще особого желания нету. Я, наверное, на этот Хэллоуин буду заходить не как вот действительно игрок, который хочет кайфануть от этого праздника и который хочет получить удовольствие. Поэтому потому что до 2018 года я на Хэллоуин действительно заходил именно с такими мыслями. То есть я захожу на карту, я получаю действительно удовольствие, я получаю действительно драйв, как бы, и как бы действительно веселье, мне нравится играть. Но, во-первых, как бы начнем с того, что в Джаггернауте играть абсолютно долго, это нереально, это невозможно. По крайней мере, у меня задница начинает гореть. Это просто вообще unreal. Я так думаю, я так предполагаю, что задница будет гореть не одного меня. То есть это вот все, что нас ожидает. Жопа горения по полной программе. Вот, жопа горения по полной программе, в принципе, нас ждет. И это все еще будет в режиме Джаггернаут. Это будет у нас еще и с ракетами, плюс ко всему. И еще плюс ко всему, как бы хрен знает, какие там иксы у нас будут, то есть икс голды, что очень-очень фигово. Я опять же надеюсь, ну хотя что я уже надеюсь, ребята, я уже ни на что не надеюсь, вот, потому что, ну как бы здесь и так все понятно, здесь и так все ясно, что никакой у нас уже дополнительной как бы информации не будет. Вот у меня, конечно, в мыслях еще закладывается такая тема, что 26 числа выйдет там какая-то новость, и там разработчики такие скажут, да вот, ребята, вы не ждали, а мы сделали X30, там выпадение этих самых золотых ящиков, не хотели как бы вам спойлерить, поэтому до конца делали такую небольшую интригу. Но что-то мне подсказывает, ребят, мое сердце, что никакой нахрен интриги не будет. Никакой интриги не будет. Это уж, мне кажется, ну, я уверен на этом где-то на 99%, что никакой интриги в этот праздник не будет и никаких сюрпризов, опять же, в эту тему, ребят, не будет вообще нигде и никак. Вот, плюс ко всему, что я еще хочу как бы заметить, да, что вот почему я именно расстроен и вот этой всей темой с Джаггернаутом и вообще с вот этими всеми обстоятельствами. Вы, наверное, помните, да, что как бы нам обещался зомби-режим, я уже не раз по этому поводу записывал как бы данный ролик, и как бы зомби-режим круто, зомби-режим хочется поиграть, а в итоге, ну, не поиграем мы с вами, пацаны, в зомби-режим, зомби-режим не будет. Решили все сделать намного проще, опять же, для разработчиков, это просто убрать обычный Джаггернаут перед праздником, и потом добавить его как бы на Хэллоуин. И все, готово, тип новый режим, ебой. А, блин, жесть, это какая-то жесть, серьезно. Я, наверное, ребята, здесь
не буду особо строить и выдавливать себя какие-то эмоции, потому что эмоций абсолютно нету. Я как бы за долгое время на этот праздник, ну, как-никак рассчитывал. Для меня это какого-то рода отдушина, что ли, если можно это так назвать. То есть я всегда вот жду этот праздник, Хэллоуин, захожу как бы и в этот день, ну, просто-напросто веселюсь, просто кайфую от того, что это весело, это прикольно, это как бы тыквы, это какое-то такое вот настроение, да, приподнятое, и это действительно как бы круто. Но в этот раз, ну, сами подумайте. Окей, увеличенные фонды, нахер они кому устрались, я не знаю. И плюс ко всему, это уникальная тема. Походу будет у нас только лишь в режиме Джиггернаута. То есть уникальная вот эта плюшка, в которую можно будет поиграть, будет доступна только в режиме Джиггернаута. Это уже тоже большущий огромный минус. Голды будет, ну, не по чесночку ловить, давайте уж будем честными. То бишь, кто-то у нас ловит на обычных танчиках, а кто-то у нас на Джиггернаутах. Ну, как бы, Джиггернауты, я понимаю, что долго там жить не будут. Это 100 подняк, это 100%. Но тебе как бы придется, ну, мутить такую тему. Тебе придется сперва ехать за Джиггернаутом, а потом уже непосредственно как бы пытаться там взять какие-то голды. Но это я опять же немножко, ребята, утрирую, немножко я опять не знаю, по поводу чего я у нас переживаю, потому что, ну, как известно, голды будут падать намного чаще, но это, знаете, такое себе, конечно, объявление об X голдах, и это вообще ни о чем никак и нигде не клеится и не стелится. Это как бы вообще ни в какие рамки, да. Фиг его знает, какой будет именно увеличенный X голдов, поэтому я здесь у нас хз. Джиггернаут минус зомби режим, зомби как бы не делать, никакие иксы. Карты, походу, у нас опять новой не будет, как я понял, да, поэтому карту можно даже и не ждать особо. И что у нас в итоге-то выходит по этому празднику? В итоге по этому празднику у нас выходит просто хэллоуинское оформление. Непонятно, зачем вот этот, вот эти все терки с режимом Джиггернаут устроены. Вообще непонятно зачем, непонятно почему и непонятно кому вообще это все дело нужно. И как бы все это под видом вынести таком, что вот, ребят, мы постарались, вот, ребят, мы сделали. И как бы смотрите, какие мы молодцы, играйтесь, радуйтесь. Ну такое. Ну вот прям, что-то прям вообще, пацаны, такое. Вам не кажется, что вот прям такое? Мне вот кажется, что такое. Прям вообще никак и нигде не хочется больше видеть и играть в эту тему. Серьезно, блин. За последнее время, как бы, на ютубчике и так у нас дела не очень, да, в танк онлайн и, в общем-то, с онлайном игры. Я думал, что будет, блин, действительно что-то интересное, что-то веселое на Хэллоуин. Ну, хотя бы не вот что-то прям новое, а просто то, что было хотя бы до этого. X20. Обычная демочка. Вот как, в которую можно порубиться, да, в которую можно поиграть. Вот все это так обычно, все это так интересно, все это так, ну, прям прикольно в натуре поистине играется. И игрокам это нравится. И, ну, вот хотя бы просто вести то, что уже было. Никто бы вообще не осудил. Ну и, конечно, естественно, повозмущались бы чуваки. Типа, вот вы ничего нафиг не придумаете нового. Но все равно всем бы было, в принципе, норм. Потому что это, блин, все то, что мы уже полюбили за столькие годы. Это серьезно, как бы, ну, мне, по крайней мере, ребята, понравилось бы 100%. То есть я в это 100% поиграл. И самое, что ни на есть, я играл бы в это с удовольствием. Как бы рыли, просто сидел, рубил с удовольствием, смотрел бы на это, вот, и набивал там что-нибудь. Но это как бы, ну, в натуре, блин, мне кажется, это вот как раз-таки та вот фишка, которая должна присутствовать в танчиках, да? Типа, ну, это круто, это весело, это необычно, и как бы это должно быть. Ну, так хер его знает. Ладно, ребят, будем на этом заканчивать. Кому понравился данный ролик, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. С вами был Вайдер, всем пока.